приняли решение, скажем так, найти для себя возможность поучаствовать в жизни других, быть социально активными. И эти ребята, которые на самом деле, мне кажется, нуждаются во внимании, можно сказать, успешных людей, людей, которые чего-то добились в том, чем они занимаются, что делают, и как бы поделиться своими эмоциями, своим опытом, своей энергией, и увидеть, ну, скажем, глаза детей, которые начинают блестеть и искриться, и какой-то огонек такой вот надежды, радости, уверенности появляется в них. Это очень классное ощущение. Я думаю, что каждый из игроков тоже получил какой-то заряд энергии обратной, который нам поможет в играх и в нашей, скажем так, тяжелой работе. Безусловно, мы ищем для себя новых друзей, и в лице этих ребят мы хотим увидеть наших новых болельщиков, те, которые будут искренне поддерживать нас и в хороших играх, и не очень хороших. Эти отношения, которые зародились вчера, нам удастся вывести на такой более, ну, скажем так, высокий уровень, да, где мы будем общаться чаще и участвовать в жизни друг друга. Наше учреждение, детский городок Ленинского района города Минска, уже существует чуть больше, чем 20 лет. В настоящее время у нас проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Всего 75 человек в возрасте от 3 и до 18 лет. Безусловно, наши воспитанники – это дети с особой судьбой. Это дети, которые лишены родительского внимания, тепла и заботы. И поэтому, конечно же, очень важно, когда такие известные, именитые команды, люди приезжают в гости. Потому что дети должны чувствовать и понимать, что если их бросили родители, и если они не нужны своим родителям, это не значит, что они вообще никому не нужны. И вот это внимание говорит о том и показывает детям, что они тоже важны и значимы в жизни других людей, что они кому-то тоже нужны. Большое спасибо за это. Огромным событием для нашего детского городка стало посещение наших воспитанников команды баскетбольного клуба «Цмоки Мин». Прежде всего, меня как директора учреждения очень впечатлило небезразличие команды. Такое трепетное, внимательное отношение всех членов команды, включая главного тренера Ростислава Дергуна, по отношению к нашим детям. Подарки, которые нам привезли, это было очень приятным дополнением к тому, что происходило. Дети смогли задать интересующие их вопросы. Причем вопросы были действительно очень неожиданные, и чувствовалась огромная заинтересованность детей. Наверное, казалось, что спортсмены, они особенные всегда люди, но при всем при том, что они были такие большие, высокие, они были очень добрые, чуткие, внимательные, не безразличные к нашим детям. Огромное спасибо за теплоту, за душевность, за внимание к нашим воспитанникам.